Так, и привет всем. Проверяем звук. Так, конспект стоять. Я этого не заказывал. Добро пожаловать всем. Так, Так, нет, записи сразу включаем сначала. Так. Recording in progress. Угу. Так, теперь добро пожаловать всем. Так, фон нам, наверное, уже особо не нужен. Давайте сейчас наш кинематографический найдем. Стандартный. Где наш... Chilling on the couch. Так. Так. Так, как-то так. Все, наш проектор слышит, надеюсь. Так, да, добро пожаловать всем, кто пришел. Ну что, мы тут все проголосовали за перебралы. Ну, люди выбрали. Так, что-то у нас там с YouTube'ом перерывается, нет? Перерывается? Нет, не перерывается. Отлично. Честно, не очень тоже представляю, там уже написал туда, да, типа, какое отношение он имеет к МД? Ну, я думаю так, что я понимаю, что люди часто голосуют за фильм, именно что фильм нравится, фильм хороший. А как его приплести к МД, мы что-нибудь придумаем. Я думаю, здесь тоже, надеюсь, что тут примерно тот случай. Тут есть как бы философские темы, да, и что мне нравится в этом фильме, он неоднозначный, то есть нет по нему прям вот стандартной трактовки, то есть, грубо говоря, каждый в нем видит что-то свое, это хорошо, это повод. Есть шанс, что у нас получится длинный разговор сегодня по поводу этого фильма, хотя вот, как бы, к МД впрямую он вроде как никак не относится. Вот, ну, в общем, любые мнения у нас приветствуются, там, ну, цензурить старайтесь сами себя там более-менее, все такое. Ну вот, кто руку созрел, поднимайте, хочет что-нибудь сказать. Вот, если никто пока не хочет, я могу пару слов для вступления. Вот, Саурон, прошу, Саурон. Я вас приветствую. Меня слышно? Да, слышно. Добрый вечер. Хорошо. Так, что я хочу сказать? Я хочу сейчас сказать то, что все, наверное, кто видел этот фильм, должны были, так сказать, как это... Так. Ну, в общем, главный злодей этого фильма, Антон Чигул, это, по сути, органический терминатор. Этого не замечали? То есть, если бы, вот если пофантазировать во время просмотра фильма, то это, если вот, это вот, как это, ой, блин, так, лучше представьте, что за главным героем этого фильма, он не за терминатор, и он... убегает от него. Вот идеально отходит. То есть вот этот актер бы идеально сыграл терминатора в новом фильме про терминатора. Ну, что вы думаете? Вот интересно. Потому что ну, это просто самый офигеннейший злодей в нефантастических фильмах, вот так он сказать. Ну, могу в порядке частного мнения сказать, вот мне лично он не показался терминатором. И главное его отличие от терминатора, при всем том, что да, он там, и его там один из героев называет типа, психопат, и возможно так и есть, возможно он настоящий психопат такой именно вот в клиническом смысле, но он явно действует, у него есть сверхзадача. Так я понимаю, у Терминатора, например, не было сверхзадачи. У этого товарища есть. У него какая-то типа религии такой. Вот. Да, у него что-то такое есть. Своей такой, очень своей, но у него такая типа религия. Ну, не знаю, там дальше поговорим, в чем именно эта религия состояла. Но, в общем, я бы сказал, в этом их главное отличие с Терминатором. Вот. Ну, блин, вот сходство с Терминатором, блин, там есть их поискать, можно просто кучу найти. Там даже есть... сцена починки этого чехура, блин. Вот это вот реально класс. То есть,
Чего так, главный герой, он же тоже себя чинит точно так же. Да. И другой герой, например, Командос там в исполнении Шварценеггера тоже себя чинил. Это обычное дело, там, вставить себе порох куда-нибудь насыпать, зажечь, там, зашить наживую, там, еще что-нибудь такое сделать. Да. Ну, в общем, Чигул — это вот воплощенная сила человеческой разрушительной природы, то есть это вот абсолют. Если человек даст волю своим импульсам разрушения, то есть это идеальный убийца, по сути, машина, органическая машина, то есть. И что самое страшное, по сути, от нее нет спасения. Это хатина, ну очень шипучая. Вот в конце его не убили, он просто ушел. Это вот мощно сделано, вот это вот реально. Мало есть фильмов, что так, кажется, поют злодея, как то, что нельзя убить. Ну, убить-то можно, но, блин, это уровень такой, что нужно найти равноценного человека по силе, чтобы это уничтожить. И то, заметим, что ведь, по сути, самые свои большие повреждения Чихол получил, ну, по сути, из-за своей ошибки. То есть тут даже это... Это мощно сделано. Это мои аплодисменты, что Трена сделали офигеннейшего злодея. Ну и еще и можно что сказать про фильм. Ну там это уже всем нам знакомая мораль, что нет легких денег, что типа если кто-то взял у мафии, она вас найдет. Ну, фильм очень хороший. Что скажете? Ну, то, что фильм хороший, подтверждаю. Вот он мне попался там случайно в китайском развале очень давно, наверное, как раз когда он вышел. Я сразу увидел, что что-то в нем такое необычное. То есть я даже сейчас вот как раз надеюсь, что мы в процессе обсуждения скажем, что именно в нем такого необычного. Так, добро пожаловать, кто у нас еще приближается. Вот, ну, вот такой заметный, вот, но из него трудно извлечь, как бы сказать, что интересно, он у меня был в одной пачке, вот, был куплен примерно в одно время, в этой же куче был выпускник, в этой же куче дисков был нефть, который в оригинале называется Blood, There Will Be Blood, прошу прощения, который у нас пошел как нефть, и там тоже, как бы, есть такие, вот, как бы, не очень понятно, а что из этого всего, то есть он такой цепляющий фильм, то есть он заставляет, как бы, думать, а что же, блин, движет героями там, или что бы ты сделал на их месте, или там, что можно было сделать иначе там. А где тут символическая часть, и где тут практическая часть, то есть что тут от Левиафана, а что тут вот такого просто, ну там, охотник ошибся, там, сделал ошибку на охоте, в общем, такое, заставляет думать об этом, да. Так что, думаю, сегодня это прозвучит, надеюсь. Так, ну, пока рук нет... Или есть руки? Есть руки, нет? Пока рук не вижу. Как я понимаю, опять у нас произошла, да? То есть люди, которые пришли, не те люди, которые за него голосовали, скорее всего, да? Поэтому на нас лежит сегодня задача извлечь максимум. Ну, хотя бы это можно признать, что фильм интересный, да, такой нестандартный. Он действительно необычный. И герои необычные, как бы вроде... И достаточно реально. В общем, все происходит. И год я случайно просто услышал, пересматривал его, по-моему, вчера. Когда про монету речь идет, вот эта сцена с монетой, которая уже стала такой, ну, еще в мемы вошла. Он говорит, что монета 1958 года, она сюда путешествовала 22 года. То есть дело происходит в 80-м году. Это чтобы понимать, как бы, какая там медиа-среда, как они связываются друг с другом, какое оружие доступно, какие средства доступны. То есть вот этот транспондер, по тем временам это был полный хай-тек. Так, Сергей, вижу, прошу. Вечер добрый всем, рад слышать. Что-то народ сегодня, конечно, маловато.
Ну, в общем, может быть, надо еще подтянется. Ну, значит, по поводу кино. Слышно хорошо, то я больше со связью будет проблем, Да, хорошо, слышно. ну, значит, по поводу кино. Я смотрел, пересматривал то, что последний раз я видел, например, 5 фильмов. В общем, шикарное кино. Доброе, наивное, оптимистичное, несколько, конечно, идеализированное, но с прекрасными положительными героями. Все они разные, безусловно, у них есть какие-то недостатки, но в общем, в целом, все это прекрасные мужчины, проживающие полноценную жизнь. Ну, а если серьезно, то, в общем, конечно, с первого раза и просто просмотр этого фильма не даст понять, о чем же этот фильм. Мне очень помогло после просмотра фильма последний раз на этой неделе, очень помогло перечитывание книг по карте. Я прочитал «Дорогу». Все, наверное, знают, что написал Маккарти, старикам здесь не место, и у него, в принципе, есть разные рассказы, романы. И один из известных, по которому тоже сняли фильм, это «Дорога». Это такой постапокалиптический сюжет, где мужчина движется с мальчиком, собственным сыном, по миру, в котором практически не осталось людей, и он пытается спасти эту мальчика и куда-то его вывести. И вот, честно сказать, после прочтения «Дороги» Маккарти, я лучше стал понимать «Старикам здесь не место». А потом я еще прочел «Старикам здесь не место» уже саму книгу. Но так как на русском языке совершенно жуткий перевод, а на английском я прочитать, конечно, ее не смогу. Но все равно, вот я бы рекомендовал бы желающим этот фильм, даже тем, кто уже смотрел после этого кино, прочитать хотя бы книгу на русском. На самом деле, фильм снят шикарно, но фильм не передает всей глубины того, что происходит в этом повествовании. Причем многие моменты в фильме опущены специально. Хотя некоторые вещи, наоборот, сделаны более ярко и выпукло. И подбор актеров, которые кастинг-менеджеры, режиссеры смогли провести, он шикарен. Актеры просто великолепны. Вот главный герой Лайонел Мосс, он, если посмотреть на его фотографию, на фотографию автора «Старикам здесь не место», Маккарти, то, в общем, это одно лицо. И в этом, наверное, тоже есть какая-то ирония. То, что актер подобран очень похожим на автора этого произведения. Ну, да бог бы с ним. Что я понял, прочитав эти произведения и в этом фильме? На самом деле, ну, наверное, некоторые сейчас меня не поймут. Я скажу так, в этом фильме нету плохих и хороших. И, в общем, в этом фильме нету героев. Там все, в общем, по большому счету, персонажи уходящего времени. И даже Антон Чигур, так потрясающе шикарно, которого сыграл Хавьер Бардем, по совместительству муж Пенелопы Круз. В общем, он тоже не есть классический злодей. И при всем при том, в нем тоже можно найти интересные какие-то психологические, характерные какие-то черты, которые делают его из простого злодея, быстрее всего, тоже в чем-то даже и жертвы. Все герои, в принципе,
Вот если бы я не прочел книгу, я бы не смог бы так понимать, о чем идет речь. А вот в книгах Маккарти очень пересекается вот эта тема пронесения огня, внутреннего огня в поколениях. И о том, что люди уходят, ну, вспомните сны, например, шерифа в этом фильме, да, вот это пронесение огня и то, что одни уходят, чтобы появились другие, это как бы в произведениях Маккарти вообще такая линия, которая очень четко прослеживается, когда начинаешь вчитываться. Но фильм очень сложный для обсуждения, потому что каждого героя можно, в общем, брать и по часу раскладывать. Каждого. Основных персонажей в четверо. Как бы я тут ничего нового никому не открою. Это сам Мосс, ковбой, забравший деньги. Это Бардем, точнее Антон Чигур, якобы убийца. Ну, на самом деле убийца. Это полицейский шериф. И это Карсон, наемник, который должен был ликвидировать Чигура. И вот после прочтения книги на самом деле очень многое становится понятным. И книга на самом деле, она нам дает несколько другой сюжет. И в несколько другом сюжете гораздо более понятны поступки этих людей. И тогда становится понятно, что, в общем, Мосс, он, ну, я даже не знаю, стоит ли начинать разбирать каждого по частям, потому что это сейчас, я еще часа полтора буду говорить. Я просто хочу сказать, что все эти герои имеют свою биографию, а все они имеют свои принципы, а все они движимы. Почему я говорю, что нету плохих, при том, что многие совершают какие-то неправильные поступки? Все они движимы какими-то своими внутренними правилами, но их время прошло. И вот мне, например, после прочтения книги и после прочтения «Дороги» стало понятно, что Маккарти, автор этого произведения, именно и хотел нам, да, в общем, и само название как бы к этому подразумевает, но если не прямой аналогии, но именно о том, что время прошло. Вот для, даже для таких, скажем, как Антон Чигур, который, казалось бы, ну вот как предыдущий спикер говорил, это терминатор, еще что-то. Да нет, это не терминатор. Это, может быть, это человек не самый добрейший и совершающий черные дела, но вот, например, в книге, просто, может, кто-то не читал, я попробую донести. Чигур забирает деньги и передает их в мафии. И за это ничего не берет. Он просто, это было дело его принципа, выполнить эту работу, наказать людей, которых он считал нужным наказать. И вот по книге он отдает деньги владельцам, у которых Мосс, по сути, их украл. И исчезает. И больше никто никогда о нем ничего не слышал. И вот таких вещей в книге на самом деле много. Таких значимых, но которых нету в фильме. Можно, я не понял, в смысле владельцам. Так это к матери или владельцам? Мафии. А, мафии? Мафии. Чигур возвращает деньги мафии, и после этого больше никто о нем ничего не слышит. Вот. И это То, что он их двоих грохнул, ничего? Так, для развлечения? Да нет. Их кого? Из мафии? Ну, он расстреливает в упор двух человек из мафии. Да, но вот для... Мне просто не хочется быть адвокатом Чигуры, но мне также и не хочется быть человеком, который слишком прямые такие простые параллели. Вот там Чигур плохой, там и все. Ну, это просто неинтересно. Тогда мы сейчас просто раскидаем так по-легкому, да? Там полицейский Сыкло, Карсон циничный наказанный убийца, Чигур дьявол.
мозг оказался не в том месте, не в то время. Это будет слишком примитивно, нет. Вот именно интерес в том, что Чигур, совершая то, что он совершает, он делает это исходя из своих внутренних принципов. Его, ведь Карсон там очень хорошую вещь говорит, его действительно не интересуют ни деньги, ни какие-то материальные блага. Он действует из одной понятной ему, но существующей логики. Реплика Сергея, я понимаю, но ведь я ни в коем случае не пытаюсь оправдать Чигура. Безусловно, он человек с нарушенной психикой, с нарушенным балансом, абсолютно нарушенным. Но при всем при этом я хочу сказать, что у него есть логика, у него есть своя мораль. Да, черная, да, несущая зло. Но тем не менее, это человек, которого интересно изучать. Вот именно препарировать его поведение. А если мы просто сейчас скажем, ну, он зло, то, в принципе, ну и зло, и тем все сказано. Замазали черной краской и забыли. Ну, это просто неинтересно. Ладно, я пока закончу. Я думаю, что будет много разных высказываний. Я потом еще что-нибудь добавлю. Я все, спасибо. Так, Макс, прошу. Прием, прием, как слышно? Прием, прием. Слышно хорошо. У меня не столько речь, сколько вопрос. В этой дискуссии книга еще будет упоминаться? Просто когда СС начал говорить про книгу, я отключил звук, чтобы не слышать спойлеры. Ну, этого никто не знает, как бы у нас по контексту бывает это привносит что-то, так сказать, в дискуссию иногда. Некоторые считают, что убавляет. Не знаю. Мне, например, было интересно слышать сейчас то, что Сергей добавил, потому что я об этой книге не знаю ничего, и это явно прибавило понимание того, что там происходит. Вот, надеюсь, там дальше сейчас еще будут спойлеры, потому что это многое объясняет в фильме. Так что не знаю, не могу ничего сказать. Но я, как невидящий фильм, вернее, невидящий книгу, давайте обсуждать фильм конкретно. Я как раз хотел бы именно на этом настоять, потому что у меня как раз есть возможность прочитать на английском, если вдруг она есть в свободном доступе. И я бы был готов потратить на это время. Сам фильм было очень тяжело смотреть из-за вот этого специального акцента под ковбоев сделанный. И у меня ушло гораздо больше, чем эти 2 часа, чтобы все это понять. Поэтому если книжка, ну, будет в дальнейшем поминаться, я бы очень просил участников не поминать и говорить, а вот в книге было вот так. Это было бы очень хорошо, потому что когда ты смотришь фильм, ты приходишь на фильм, да, даже если он не в кинотеатре, а просто у тебя на компьютере, ты же не должен перечитать все комиксы, книги там и все, что было написано до него. Ну, тут уж на усмотрение участников. Ладно, как бы я принял к сведению, но я не читал, так что ничего не могу сказать. Мне микрофон включили, да, Сергей? Я могу говорить. Алло. Конечно. Да-да, не, я просто волнуюсь, что со связью могут быть проблемы. Ну, значит, по поводу реплики Макса, я понимаю, конечно, что кому-то хочется сохранить интригу, но, в общем, по большому счету, вряд ли мы соберемся еще для обсуждения книги. Я выражу сочувствие Максиму, что он не прочитал книгу до, но предпочту говорить то, что предпочту говорить, потому что мое понимание фильма именно такое через призму этих 2 книг и этого фильма. Тем более, что очень многие вещи, которые происходят в книге, дадут нам возможность понять, о чем идет речь. На самом деле, о чем идет речь. Потому что кино – это сюжет, который нам просто режиссеры пересказывают так, как им нравится. И, в общем, по большому счету, и все. Но вот честно скажу, я сегодня там прочитал там даже в чате, кто-то пишет, а что как бы в концепции мужского движения можно обсуждать в этом фильме? И, в принципе, если бы я не прочитал «Дорогу» и «Старикам здесь не место»,
то, в общем, наверное, в этом вопросе содержится очень большой здравый смысл. Потому что, ну а что там мужского? Ну вот, а что в этом фильме можно обсуждать мужского, да? Абсолютно, как бы, понятные события, такой крепкий, такой нью-вестерн, крепчайший, снятый шикарно, атмосферно, что интересно, без музыки, с очень интересными диалогами. Хотя диалоги во многом взяты тоже, на самом деле, из книги. Каждая глава в книге, там, как бы, от имени шерифа, он как бы рассказывает о себе и о своих мыслях. И в фильме есть эти кусочки. Фильм начинает вот как бы с диалога шерифа, да, и заканчивается тоже диалогом шерифа. А в книге они более полные такие, как бы. Но так как русский перевод совершенно ужасный. Это не потому, что я знаю английский и могу сделать разницу, а потому что сама по себе книга читается крайне тяжело, очень тяжело. То есть я не знаю, кто вот, мне кажется, даже Google бы лучше перевел просто на автомате. Ну, да бог бы с ним. И тем не менее, все равно сохраняется атмосфера. Значит, я, в общем, продолжу говорить на ту тему, на которую я хотел говорить, так как вроде никто не высказывается. Значит, я попробую, так как желающих нет, попробую просто разбирать героев по очереди. Ну, просто потому, что мы здесь для этого сегодня собрались, как в песне. Значит, Лионел Мосс. Это, по большому счету, очень интересный персонаж. И вот из, как бы, из фильма мы не можем понять мотивы его действий. Он все время закрыт, спокоен, он, в общем, собран, он абсолютно не труслив. И он с юмором, с определенным, дружелюбен. И у нас складывается впечатление, что вот этот момент, что он был на охоте, и ему выпала такая удача, что вот он нашел с десяток трупов, и один из них был с 2,5 миллионами долларов. В общем, нам кажется, что это как бы такое, ну, невинное, да, даже в чем-то от жизни справедливое, такой подгон ему для того, чтобы он мог свою жизнь как-то вытянуть из этого трейлера, из этой нищеты. Тем более, что мы узнаем, что он бывший служащий, дважды служил во Вьетнаме. И, в общем, он хороший парень. И по фильму вроде как он хороший парень, да? Но вот я, например, когда давно смотрел фильм, и вот когда пересматривал его, я не мог себе никак ответить на вопрос, ну что, почему вот так, да? К чему нас ведут режиссеры, съемочная группа, какую мысль нас должны привести, что, почему, что руководило этим человеком, почему так все закончилось. А если складывать вместе сюжеты и книги, и предыдущие книги Маккарти и фильма, то получается, что его время тоже прошло. Это человек, который, в общем, действительно заслуживает симпатии, в чем-то даже уважения. Он действительно смел, он прямолинейен. Но вот этот эпизод с деньгами, это искушение, которого он не смог пережить. Жизнь подкинула ему такое искушение получить чужие деньги. И вот в этот момент его время закончилось. Его жизнь в этот момент повернулась в ту точку, когда начала уже убывать и идти к финалу, к вполне логичному финалу. Дело в том, что, ну, вот если брать его поступки, да, вот он он же ведь достаточно продуманный человек, да, вот даже по фильму видно, что когда он забирает деньги, он действует как человек, побывавший, поучаствовавший. И, в общем, надо сказать, что он готов к любым неожиданностям. Но его все время подводит вот это внутреннее какое-то благородство, какая-то внутренняя
человечности, которая в нем есть, да, которая, в принципе, уже в наше время уже не свойственна. Вот в книге, например, ну вот первый момент это с водой, безусловно, да, когда он просыпается ночью и понимает, что надо бы отнести раненому воды. Абсолютно нелогичный поступок. Причем, когда читаешь книгу, понятное дело, что вот он движется туда с этой канистрой воды и все время понимает, что ему там будет сейчас конец. То есть он на сознательном уровне он понимает, что это поступок абсолютно провальный, глупый, но ничего с собой сделать не может. Им движет вот то человеческое, что в нем есть. Но это как бы еще полбеды. В книге, в момент, который мы можем в фильме наблюдать в отеле «Игл», когда Антон приходит в этот отель, это не мотель, где погибли мексиканцы, а отель «Игл», да, где убили Портье как раз. По фильму у них завязывается схватка, и Мосс сбегает, раненый, при этом успевает ранить и Чигура. Но на самом деле в книге для понимания всего этого сюжета в книге Лайонел он находит передатчик транспондер гораздо раньше, чем там появляется Чигур, то есть не за несколько минут. Он оставляет передатчик, имитирует, что человек моется в душе, прячется под кровать. И в тот момент, когда Чигур, не выламывая дверь, а тихо ее открыв, заходит в комнату, Лайонел лежит под кроватью и, направив оружие на Чигура, заставляет того, значит, сдаться. Вот именно фактически сдаться. То есть Антон Чигур оставляет свое оружие и поворачивается к Лайонелу. И Лайонел ему задает вопрос, зачем ты домой хочешь и так далее. И Чигур при этом не ведет с ним беседы, но он готов принять смерть. И Лайонел имеет полную возможность его застрелить. Понимаете, вот это такая реперная точка, очень, очень важный момент для понимания героя. Вот это поступок, который, в принципе, напрямую связан с тем, что Лайонел потом погибает. И в фильме почему-то этот момент не показан. Ну, может быть, там для сюжета, еще для чего-то. Но и Лайонел, как бы, не убив Чигура, да, он, в общем-то, даже сопротивляясь, он ждет своей смерти. Потому что все время внутри его... Он недостаточно жесток, и недостаточно силен, и недостаточно принципиален. Его время прошло. В нем есть вот это червоточное человечество, которое не позволит ему выжить в этой ситуации. И во многом, ну, по фильму это не так, конечно, понятно, но по книге понятно, что, конечно, там в основном он погибает из-за жены Лайонел. Прямая вина его жены, да, не умышленная, но прямая вина в том, что Антона убивает, Лайонела убивает. Но свою обреченность и то, что он идет и совершает ошибки, это осознанные ошибки в угоду своей человечности, чтобы остаться человеком. Так что, в общем, и так в этом фильме каждого героя в принципе, можно раскладывать на составляющие. И на самом деле у каждого из них есть какие-то мотивы и принципы, делающие их более сложными, чем мы можем видеть их в кино. Я закончил. У меня такое ощущение, что мы только начали, не закончили. Я думаю, мы еще про других героев поговорим. Но у меня сейчас после этого монолога сложилось более четкое... Я сейчас буду постепенно делиться своими, так сказать, туманными наработками про героев. И вот этот вот Луэйн, по-моему, его произносится его имя по-английски, Луэйн Мосс. Мне показалось, что чуть ли не центральной темой там вот этого Луэйна Мосса сделана Вьетнам.
Вьетнам – это очень больная американская тема. Все, что касается Вьетнама, это ПТСД, это там инвалиды, это почти стопроцентные разводы, это самоубийство, это саморазрушающее поведение. И у Луэйна оно, в общем, заметно. Он живет как white trash, да, то есть вот этот вот, как бы стиль его жизни. То есть он живет в трейлере, в буквальном смысле этого слова. Какой-то вот, хотя он вроде, ну, что называется, не бездельник и мог бы жить. Он человек с руками там, и так далее. Жена у него, так понимаю, сильно его моложе, если это жена, конечно, а не просто какая-то, ну, там, подруга. Достаточно верная, я бы сказал, в общем, да. То есть и достаточно вменяемая, и достаточно верная. Вот, то, что она как бы, ну, женщина есть женщина, ну да, женщина есть женщина. А мне показалось, что эта вот сцена с водой, это был чистый вот какой-то рефлекс, связанный с Вьетнамом, намек на это дан. Между прочим, похожая сцена есть, ну, вернее, тема обыграна в фильме «Апокалипсис сегодня». Там вот эта тема, когда там вот, полковник обходит там врагов раненых, говорит, типа, так, этот человек, типа, достоин пить из моей фляги, потом, правда, забывает про него тут же через 10 секунд, но, типа, у них это, ну, что, ему все равно умирать, чего бы ему не напиться, им же вредно, вообще пить нельзя при этом самом. Все, кто смотрел советские фильмы про войну, знают, что нельзя поить человека, когда у него ранение в живот. Вот. Ну, это означает смерть, в общем, все равно. Но человеку хочется, помочь ему ничем нельзя. По поводу вот этой вот темы морального тестирования этого Мосса, я думаю, что там весь фильм вообще-то на самом деле его тестирует. Я вот не знаю, на что это списать. Я, как человек, который наиграл энное количество часов в «Охотнике» в этом, в электронном, увидел, что он очень сильно промахнулся, когда он стреляет в этого оленя. Я так понимаю, что он на самом деле не охотится, он браконьерит, скорее всего. Поэтому он гильзы подбирает там. Он такой все осторожный, вот, то есть он живет как бы такой, ну, что называется, тоже вне закона, просто по мелочи вне закона. Он, видимо, пенсию получает военную, вот, при этом работает этим своим сварщиком там, то есть, по идее, вроде с деньгами должно быть, но он живет, он очень бедно. Из чего я заключаю, что, ну, если это неосознанное, как это называется, юродство, что ли, да, что-то в таком духе, там, не знаю, нищенство, то, видимо, он куда-то деньги-то сбагривает, на самом деле, то есть там потом показано, что он не против, в общем, и кутнуть, да, там, и умеет, разбирается. Возможно, он в казино разбирается, очень может быть, я бы не удивился, если бы это было так. Вот. Так что там вот эта тема соблазнения, деньги, женщина, жажда вот этой крови такой, да, вот это все вьетнамские рефлексы, что называется, поиграть в них, там это есть, есть. Есть. Так, сейчас посмотрю, кто у нас есть там, пока чтобы я далеко не начал. Ну, так как вроде никто, кроме нас, с другими не обсуждает ничего, то, следуя доброй традиции, не соглашаться с Сергеем, я опять-таки с ним не соглашусь. Значит, Мосс, он отставник, он пенсионер, по книге он не работает, более того, он действительно беден, ни о каком казино или там какой-то там, типа, дорогой машине, любовниц речи не идет. По книге его жене 19 лет, они... уже 3 года в браке, он женился на ней, когда ей было 16. И он, насколько я понимаю, он ее первый мужчина, которого она действительно искренне любит и считает, что другого ей не надо. И вообще она говорит о том, что это судьба. Она считала дни на календаре после сна, когда он ей, ну так, образ его ей приснился, и после этого она считала дни на календаре. Как она говорит, я как в тюрьме зачеркивала квадратики на календаре. И я знала, что он придет, и когда он вошел, я поняла, что это он. То есть, в общем, и по большому счету, даже Мосс сам человеком, будучи достаточно таким, ну, ударенным жизнью, от этого закрытым в чем-то, хотя не потерявшим чувство юмора, не как фильм нам показывает человечности, он тоже к ней относится, ну, нежно, заботливо. Что на самом деле, вот если брать сам сюжет, да, казалось бы,
ну вот тебе же Карсон предлагает в госпитале и объясняет, что ну, отдай деньги, и может быть, тогда твоя жена выживет, да, или Чигур говорит, нет, отдай деньги мне, и тогда я убью тебя, но оставлю жизнь твоей жене, и, казалось бы, вот ты так любишь свою молодую жену, и она тебя так любит, и, может быть, стоило бы отдать. Но вот тут, на самом деле, вот в этом уходящем в прошлое морском пехотинце, дважды бывшем в Вьетнаме, в Мосе, именно в этот момент в нем говорит что-то мужское, вот это много раз подводящее нас всех вера, то, что я могу, я справлюсь. Это нежелание уступить. И который, в принципе, как обычно, заканчивается, конечно, проигрыш. И, в общем, мы все подсознательно даже знаем, что закончится проигрыш. Но уступить в этом мы не можем. Мы движемся до конца. Так что... Ну, я с Сергеем не согласен насчет того, что казино, там какие-то траты денег или еще чего-то. Не согласен. Я все. Нет, я не то, что хотел выставить его, хотя там есть некоторый шанс. Ну, окей, ладно, по книге, получается, он не работал. По фильму это, так сказать, прямо показано, что работал еще как. И, видимо, был вполне себе востребованный blue collar, да, такой синий воротничок. Вот, так что... Я просто к тому, что символ греха там присутствует неоднократно, такой классический, который вот в фильмах ужасов применяется. То есть на деньги он соблазнился. Если бы он был честным человеком, да, он, что он должен был бы сделать, когда он пришел к месту? Он должен был бы полиции сдать, да? Он этого не делает. И я думаю, сложная как бы мотивация, то есть почему он это делает. Даже непонятно вообще, хотел ли он эти деньги вообще себе забрать. Или его, кроме, там, не знаю, нескольких сотен баксов, ничего не интересовало. Но факт тот, что он их... Один из, мне кажется, из компонентов в нем взыграл такой вот именно военный. То есть он увидел кровь, увидел след, все, в нем включился вот этот вот хищник военный. То есть, типа, он читает следы, понял, что-то происходит, увидел эту собаку подстреленную. Между прочим, я думаю, что он по собаке уже понял, потому что там вот эта собака, это типа какой-то там питбуль или бультерьер. Во многих штатах США эти собаки запрещены. И когда ты видишь такую породу, ты понимаешь, что это точно кто-то из незаконных товарищей. То есть те, кто закон не соблюдает. То есть там мафия какая-нибудь, там мексиканская и так далее. В общем, бандиты и прочее. Всякие там подпольные собачьи бои, вот это вот. Там есть черный список пород. Дело так происходит где-то около мексиканской границы, там, да, где-то, ну, весь сюжет происходит. Соответственно, ну, в общем, короче, что-то тут криминальное. То есть, я думаю, по собаке еще было понятно, что... Да, речь идет про криминальную разборку, и не про что другое. То есть наркота, перестрелка, все понятно. Вот. Он ее не сливает, он решает как бы, с этого, не знаю что, адреналин, проявить себя как сталкер, да, то есть, типа, выследить, там, нашел, все, прям следователь такой, военный следователь, да, то есть знал, как должна была ситуация быть. Разбирается в оружии, это видно, там, легко выбирает себе, там, несколько вещей, непонятно, почему он им так и воспользовался в итоге, не знаю. Какой-то там подобрал, типа, МП-5, что-то в таком духе, да, причем, по-моему, с глушителем. И так ни разу ему, по-моему, не воспользовался, в общем, ну, странно, короче, ладно, фиг с ним. А потом, вот это ближе к концу, когда его почти убили, женщина в отеле, да, которая его прямым совершенно очень-очень примитивно соблазняла, настолько примитивно, что я даже до сих пор думаю, была она вместе с этими мексиканцами или нет. Вполне вероятно, что была, собственно. То есть ее там подставили в качестве наживки, то есть они уже знали, кого ловили. Вот. Возможно, была его ориентировка, возможно, было его фото, в общем, возможно, было много чего. Вот они его просто поймали очень примитивно. И алкоголь, да, понятно, там, beer leads to more beer, пиво ведет к еще большему пиву, понятное дело. То есть, в общем, полный набор. То есть, видимо, он мог иногда и гульнуть, и алкоголь тоже. Ну, он же бывший вьетнамец. Ну, как может быть он и без алкоголя? Так, у меня тут малой скандалит. Так, у нас там никого нету в очереди, пока я... разберусь с малым. Так, опять кроме Сергея никого. Что ж такое-то? А, у Сергея даже микрофон включен. Тогда можно продолжать, собственно.
Окей, ну, давайте продолжим. Значит, по поводу женщины в отеле, мне кажется, это, наоборот, пример того, что он не шибко-то падает на такие вещи, да, вот искушение такого, скажем, калибра, да, как выжать стружечку и перепихнуться с блондиночкой в отеле, не его формат. Он, в общем-то, на самом деле, человек достаточно таких, скажем, человеческих и таких хороших принципов. Но вот момент с деньгами, бывает в жизни искушения, которых трудно, перед которыми трудно устоять. И здесь, в общем, по большому счету, он же себе сам говорит о том, что это изменит твою жизнь, подарок ли это или нет. То есть он задается себе этим вопросом. Это не тот случай, когда, знаете, вот какой-то дебил нашел, там, не знаю, барсетку на улице, да, в ней там, не знаю, там 100 тысяч рублей, и вот он быстрее в карманы бежать и тратить, и вот дорвался. Нет. Он как бы, он же сам себя спрашивает, это награда или это испытание, или это, в общем, он достаточно четко понимает, что это поступок неправильный. И во многом вот эта вода, во многом то, что он не убивает, когда имеет возможность убить Антона, именно это попытка его не усугубить греха. Так что, ну, мне кажется, вот старикам здесь не место, потому что время людей, которые даже совершив, ну, скажем так, ну, может быть, не самый благовидный поступок, да, поддавшись искушению, но испытывают за это какие-то страдания, чувство осознанной такой вины, и что в итоге его и губит вот это вот, то, что он, и это, он испытывает чувство вины, от этого он уязвим. Вот время таких прошло, мне так кажется. Но то, что он, безусловно, прекрасно разбирается в следах и в оружии. Ну, во-первых, он два раза служил во Вьетнаме. То есть для него это, ну, конечно, это не новость. Все он это знает. То, что он прекрасно разбирается в следах и понимает, кто куда пошел. И, в общем, он не питает иллюзий по поводу того, что произошло на этой площадке, и что должен быть какой-то, судя по картине, должен быть тот, кто уходил, закончив это дело. И, в общем, он даже догадывается, он понимает, что он идет, и, в общем, подсознательно, конечно, он ищет деньги, понимая, что, в общем, он напал на место преступления, где деньги точно были. Вот. Опять-таки, ну, я не к тому, что я хочу там вознести образ его и там отмыть его, поставить его в качестве иконки на полочку, и вот он такой бедный страдалец. Нет. Но мы все не ангелы, все не безгрешны. А мне кажется, его персонаж интересен именно тем, что он не безгрешен, но он способен задавать себе вопросы, на них отвечать. И, в общем, даже в ситуациях, когда он может однозначно быть Джокером и выиграть, он не выигрывает, чтобы сохранить в себе остатки чего-то человеческого. Ну, я пока помолчу. Я все. Ну, в фильме вот это вот про «не выигрывает, даже когда может» не показано. Хотя то, что он ловил этого Шигура на маячок, это было видно, что он его не выключил, не сломал, там он его специально оставил, естественно. То есть он устроил засаду. Просто он недооценивал человека, который за ним идет, потому что действительно ему этот Карсон-то правильно сказал, типа, что ты, конечно, крутой там, типа, в смысле вояки, но ты ну, как бы всего остального не знаешь, что за все этим нужно. Типа мы-то тут, ну, как бы хедхантеры, настоящие хедхантеры, которые умеют, в общем, след брать там и разбираться, да, то есть это следователи, а ты просто, как бы, ну, просто стрелок. Хороший стрелок, как бы, да, но ты, в общем, как бы из другого теста, то есть ты, как бы, с криминалом дела не имел, не понимаешь, как они работают, на что они готовы и что они будут делать. Поэтому, как бы, ты, в общем, себя подставил.
Вот, если бы, то есть он ему прямо говорит, что типа у тебя шансов-то, в общем, нет, вопрос времени. Типа, ну да, ты выжил больше, чем другой бы выжил на его месте. Ну да, выжил больше. Ну, в общем, ну выжил больше на пару дней. В общем, и все чем кончилось. Ну, по крайней мере, в фильме такой месседж, не знаю уж, какой там был месседж в книге. Сейчас что-то у меня половина еще в голову пришло. Саморазрушение, вот я бы сказал, если одним словом описать, что движет Лоином. Саморазрушение. То есть, и он, ну, показан и по остальной своей жизни, да, хоть он как бы хороший человек, там, все понятно, герой Вьетнама, все дела. Но, в общем, он бездетный, как бы, да, в общем, живет, в общем, я говорю, в стиле white trash. Хотя, мне кажется, все-таки, конечно, эти бывшие эти вьетнамцы, ну, вряд ли они прям уж нищенствуют прям совсем. Другое дело, что мало из них кто в живых остается после всего этого, оставалось тогда. Ну, про это у нас отдельный фильм разбирался на первом темном, называется «Девушка с плаката». Там, собственно, было показано, там даже живой герой Вьетнама один фигурировал в фильме в сюжете. Вот. Сейчас что-то у меня такое вертелось про этого Луина сказать. Луин. В общем, саморазрушение. Это его. Как бы. Можно постепенно, наверное, раз уж мы Луина рассмотрели, можно перейти к какому-нибудь другому персонажу. Шерифа или Шигура. Я не знаю, почему. Такое ощущение, что когда, вот, ну, когда фильм называется «Старикам тут не место», кто там катит на понятие «старик»? Вот почему-то у меня, например, не возникло ощущение, что Луин относится к старикам. У меня не возникло ощущение, что... Ну, жена его подавно, естественно, само собой. Сейчас кто там был-то еще из таких героев? Шериф молодой, понятно, тоже не старик. Да, Шигур сам. Мне тоже не показалось, что наоборот. Показан контраст, собственно, и шериф сам постоянно подчеркивает, какая пропасть простекает между его поколением, которые привыкли действовать и думать определенным образом, и тем, как Шигур действует. То есть они показаны не стариками. То есть из стариков там показан всего этот шериф, его жена, вот этот помощник его отца, я так понимаю, который инвалидом остался после стрельбы, которого он в конце посещает, и вот этот вот коллега, с которым он в Мексике встречается, там, или на границе с Мексикой, я не понял. Вот кто старики. Они про себя говорят. Его уход на пенсию, ну, я по крайней мере, так это понял. Вот уход пенсия, типа, я не гожусь для этого мира, я не понимаю, что происходит. То есть где-то, конечно, в углу, наверное, сознание все-таки понимает, что происходит, наверное. Он же хорошо читает, что этот товарищ Шигур делает-ка. По косвенным данным, типа, что он так, это он сделал вот это, поменял ту машину на эту машину, тут пересел. То есть стиль его уже понятен, этого Шигура, как он действует. И в конце он, я так понимаю, он почти настигает. Вот я видел, что мне не различаются, увидел его Шигур в конце или нет. Мне показалось, что увидел. То есть дело, финальная сцена, вот эта, когда он возвращается на место стрельбы, где этого Лоина замочили. Я так понял, что Шигур там находится, внутри. И он его видит, просто почему-то решает, что как бы, ну, не стоит поднимать тревогу, не стоит рисковать, не стоит нападать. И, в общем, этот вот шериф чудом остается в живых, просто случайно, в общем-то. Потому что если бы он только лишнее движение сделал, я так понимаю, Шигур бы его замочил в два счета. Вот, собственно. В чем месседж, не знаю. Я так понимаю, что вот этот там папа, который с факелом освещает ему дорогу, ну, слишком понятное такое, слишком линейное, я бы сказал, трактовка сна, типа, что, в общем, ему предстоит скоро почить, то есть папа его показывает ему, что ему скоро в загробный мир, вот, и он освещает ему дорогу, вот, может быть, даже его криминальным образом завалят еще успеют, как его деда завалили, как там этот рассказывает помощник его отца, вот, то есть, я к тому, что у меня не возникло мнения, что вот это про, что старики — это про Луэйна, что старики — это про Шигура. А Карсон этот вот тоже действует явно не как из стариков. То, что они во Вьетнаме были, ну, были как бы, да. Это еще не делает их стариками. Кстати говоря, был ли во Вьетнаме этот вот шериф? Любопытно. Ни разу это не упоминается. Зато во Вьетнаме точно был товарищ, который на границе стоял. Полицейский, пограничник.
ну, вернее, он не полицейский, он, наверное, пограничник просто, который готов допросить и знает, то есть, видимо, умеет оценить правдивость информации про Вьетнам. Там местность, время, там, кто когда где был и так далее. И не просто пропускает его, а он его помощнику говорит, типа, довези его там до города. То есть он ему еще и, так сказать, лифт ему делает. То есть я к тому, что Вьетнам там одна из красных линий сюжета. То есть что это некая нерв, что ли, который по всему, вот больной такой нерв, который проходит по всему американскому обществу даже там много лет спустя, несколько десятилетий спустя. Этот микрофон отвалился. Наверное, не все попало на запись, но я, тем не менее, так. Люди, раз у нас так мало рук поднятых, давайте я просто включу этот самый режим свободного микрофона, чтобы мы не мучили друг друга. Давайте говорить в свободном режиме. Сейчас, unmute. Все, прошу. Ну, раз все молчат, я продолжу, если не против. Хотя я думаю, что я не набрал сегодня себе друзей на свои высказывания, как обычно. Но, в общем, я и не преследую такой цели, кому-то нравится. Поэтому продолжу, раз все молчат. Значит, по поводу стариков и не стариков. Лично мне кажется, что здесь вот именно... Ну, если Сергей живет, хорошо знает английский и... В общем, эта страна не для стариков, да, а, в общем, это перефразировано, и в романе это есть, что там как бы даже, что типа эта земля не для дряхлых, то есть вот так вот, да, есть такое даже как бы смысловая нагрузка в названии, и, но, в общем, здесь идет речь даже не столько о возрасте, сколько о людях с какими-то другими принципами, с какими-то другими именно жизненными позициями. Ну, вспомните фильм «В бой идут одни старики». Там же вообще стариков нет, там вообще всем до 30. Но по сравнению с молодыми, они старики, потому что они имеют опыт. Вот здесь, в принципе, я наблюдаю ту же аналогию. Здесь старики не по возрасту, а, безусловно, по наличию внутренних каких-то жизненных принципов. Ну, поэтому эта страна не для стариков или... Старикам здесь не место, это именно в силу того, что людей с какими-то вот внутренними такими правилами поведения, они больше этой стране не нужны, в общем, они уходят. И на самом деле, ну, если идти дальше по героям, то, например, шериф, он в своих как бы диалогах, которые в каждой главе как бы нас... Ну вот в фильме это есть в начале и в конце, диалог шерифа, а в книге этих диалогов достаточно много. И там он как бы и говорит о том, что эти времена уходят, все, и как бы уже так, как было, никогда не будет. И это быстрее, хоть и там и говорить о том, что будут бегать там с зелеными волосами, там банды латиносов туда-сюда, но, в общем, там же говорится о том, что это быстрее как бы не о внешних изменениях, а о том, что люди не смогут подстроиться. Это внутренние вещи, которые человек не сможет себе изменить. Ну и, значит, если о героях дальше, ну, то, что касается... самого шерифа. Ну, во-первых, он служил. По книге он возвращается с войны. Это как бы в разговоре с его женой. Это как бы рассказывает фраза о том, что он служил, у него есть награды. И там есть очень интересная фраза. Все эти их Вьетнамы. То есть я так подозреваю, что он тоже прошел Вьетнам. Но он не хочет умирать. Он уставший человек.
И вот на самом деле вот этот момент в отеле, когда он заходит в комнату, и он знает, что там чугур. Вот он специально, ну, он специально не ведет себя так, чтобы, как будто он не замечает чугура. И только когда он покидает отель, он вызывает полицию. И в книге очень на самом деле хорошо написано, что он не готов умирать, он не хочет умирать. Вот это он помнит, как его дед умер, а его дед был шерифом. И об этом ему рассказывает его дядя, этот вот нищий инвалид. Так что он, безусловно, тоже интересный персонаж, но он уставший. И он-то себе дает отчет в том, что его время прошло. И, в общем, он все время пытается... В нем тоже... В нем все время говорит что-то человеческое, о том, что он чувствует внутреннюю близость, на самом деле, с Лайонелом. Вот, и он пытается его защитить как-то. Но при всем при этом он пытается, основной его мотив – сохранить себя. Он не хочет, чтобы... он даже жене говорит в какой-то момент, я не хочу, чтобы в какой-то момент тебя принесли ко мне домой в качестве трупа. То есть в нем говорит страх, он уже сломан. И он не классический герой, да, он поддается другому искушению, он поддается искушению сохранить свою жизнь. Хотя, в общем, он понимает, и, например, в книге есть очень хороший диалог, когда он говорит, мы шерифы, и нам люди платят деньги именно за то, чтобы нам было опаснее, чем им в трудных ситуациях. И мы обязаны так себя вести, раз мы выбрали такой путь. То есть он все прекрасно понимает. Но и в фильме, да, это видно, да, но в книге еще больше видно. Он все время пытается сохранить себя. А в нем говорит вот этот внутренние старые какие-то правила. В нем говорят о том, что надо спасти Лайонела. Он чувствует с ним близость психологическую. И как бы, хоть он и старше, но, в общем, какую-то похожесть судьбы и поступков. И, в общем, мне вообще кажется, хотя это лично мой такой досужий вывод, мне вообще кажется, что... Шериф все время как бы на полшага опаздывает, в том числе и в разговоре с супругой и с приездом в Одессу, где Лайонел убивает. Он все время немножко опаздывает в надежде приехать, когда опасность уже минует. Он сохраняет себя. И опять-таки, вот что хорошо в книге и в фильме, когда вот вместе, когда соединяешь и то, и другое, то его за это тоже нельзя осуждать. Он человек, которому свойственны слабости. Опять-таки, хороший человек, которому свойственны слабости. Вот я сегодня просто пытаюсь сказать, что в этом фильме нету плохих людей. Вот именно в том понимании, в котором как бы вот очень просто было бы сказать, это хороший, это плохой, там вот поступил так, а этот сяк. Нет. Все гораздо многосложнее. И, в общем... А как же Шигур, пересаживающийся просто с машины на машину и для этого расстреливающий блоб просто случайных совершенно людей? А это другой образ. Вот я не хочу, чтобы кто-то подумал, что я в какой-то степени оправдываю убийство или считаю это правильным. Нет, я просто считаю, что для понимания события и человека, который в этом событии участвует основным, нужно попытаться понять его психологию, его мотив. Вот Шигур – это не классический маньяк, который находит удовольствие в насилии. Он не удовлетворяет свою потребность в убийствах. Он, безусловно, кровавый убийца. Он, безусловно, не в том смысле хороший какой-то человек. Нет. Нет, безусловно. Но в его психологии хищника, вот именно психологии хищника, ведь мы же не можем сказать, что, например, там, я не знаю, там лев, да, или там волк, это плохое животное, потому что оно жрет зайца. А зайца хорошее, потому что оно жрет траву. Нет, мы не можем. Вот тут то же самое. Для понимания его поступков и жесточайших убийств
только рациональный подход, только мотив, который приносит ему в этот момент определенную выгоду в движении к его цели. Причем это выгода не наркотик, не деньги и не женщина, не что-то материальное. Только то, что работает на его цель. И вот с этой позиции его интерес рассматривать. Если мы себе о том, что это жестокая машина, которую не интересует ничего, только вот людей убивать, ну тогда, в принципе, вообще в этом фильме и обсуждать-то нечего. Это такой шикарный такой вестерн, интересный, прикольный, посмотрел и забыл. Ну, если нам интересно понять мотивацию героев, тогда давайте и Антону оставим тоже право на понимание, что же у него там внутри. Поэтому, да, безусловно, он убивает, он пересаживается. Опять-таки, вот этот вот кадр с этим пневмопистолетом для забоя животных, да, для кино это такой, ну, как бы, ужасающий момент, да, в этом есть что-то, ну, вот, такое отторгающее внутри себя, да, вот, во-первых, забивает как скот, да, но давайте так, во-первых, для скота это безопасный, безболезненный, малотравматичный способ забоя для скота. Для человека, конечно, таких выражений применить нельзя, но он пользуется этим прибором не потому, что ему это нравится, и он хочет ужаснуть, или ему доставляет наслаждение, что он их убивает как скот. Нет, просто это очень удобный инструмент в его работе, который он использует, в принципе, не только для убийства. В книге, например, написано, что вот он старика вызывает из машины, говорит, видите, пожалуйста, он не хочет садиться в машину, забрызганную кровью. Понимаете, вот как бы это цинично ни звучало, но если мы берем этого героя и пытаемся понять его логику, то мы должны думать, как он. В его логике, где жизнь, ценность жизни нулевая, любая жизнь служит, да, его, любая жизнь чужая служит его цели. То здесь вот именно для него не садиться в забрызганную, если бы он пробил голову из пистолета этому старику, то салон был бы забрызган. А здесь нет. Во-первых, не остаются пули, хотя его это не волнует, он много где их вставляет. Для него это не мотив. Но мотив в том, что салон остается чистым, и он сядет в эту машину и поедет не забрызганной кровью машине. Понимаете? И вот если смотреть на Чигура вот с точки зрения его поступков, почему, да, вот там, я так понимаю, Максим ушел, да, он оскорбился, ну да бог бы с ним, но если мы собрались обсуждать фильм, то желательно его обсуждать со всех сторон. И вот именно вот прочтение книги, да, вот в том смысле, вот именно прочтение вот этих героев, их мыслей, их образов, вот сейчас мне очень четко дает понимание этого фильма. Поэтому я, безусловно, не испытываю какой-то симпатии и не считаю там его хорошим человеком. Но я еще раз хочу сказать, для понимания его нам нужно начать думать, как думает он. И в общем, в принципе, как там нету хороших, так нету и плохих. И в принципе, и время Чигура тоже прошло. Так что здесь, ну вот это тоже, да, вот они разные все. Но для них, для всех прошло время. Больше эта страна даже не для них. Для хороших, или для уставших, или для циничных, или наоборот для кровавых. Но в принципе, для них, для всех время прошло. Ну ладно, я пока помолчу. Я помню очень похожее рассуждение. По-моему, даже оно прямо звучит в фильме «Прирожденные убийцы». Я вообще как бы не мог не заметить, что есть много параллелей, которые идут между Шигуром и... между прочим, может быть, из-за этого товарища Харрисона наняли на роль этого Карсона. Типа такой отсылка к «Прирожденным убийцам» вообще-то. То есть он тоже играет кого-то... Между прочим, то, что они знакомы лично с этим Шигуром, видимо, причем ну, по именам знакомы, то есть не просто видели, они друг друга знают. Лишний довод к тому, что Шигур, возможно, тоже из Вьетнама все-таки, я к этому все веду. Вот. Так что да, по поводу логики, как бы логики «Прирожденного убийцы», тут в этом фильме там Тарантино был сценарий, а снимал, как его звать, господи. Блин, кто снимал «Прирожденного убийца», который выстрелы в Далласе снял?
Забыл. Забыл фамилию человека. Ну, не суть, ладно. Сейчас какая-то мысль крутилась, типа, что им двигало. Мы так и не узнали, в общем, точно, что им двигало. У него какое-то воззрение на мир такое, как на великую игру, да, где, типа, все время подбрасывают монеты. Иногда он это делает сам. И как минимум дважды показано, что монеты подбрасывает и по отношению к нему тоже, да, когда его подстреливает, во-первых, да, и, ну, мог бы его и убить, в общем-то, в принципе, да, просто повезло. Чуть-чуть его мост не грохнул, там вот такая засада ему устроил. И потом, когда он попадает в аварию, совершенно, то есть уже никто там не охотился, ничего, он едет на зеленый свет, все соблюдает все правила, и ему хрясь там, да, и еле-еле уходит. Я так понял, что намеренно сделали вот эту вот симметрию. Мосс и Шигур в разное время покупают одежду за какую-то там безумную цену у прохожих. Этот покупает куртку и что-то еще там, не помню, что-то он такое берет. А Шигур потом сапоги. Берет рубашку. Сапоги, рубашку. Очень важно сапоги там. Да. А Шигур берет рубашку, значит, чтобы это самое, там, подвязать и не помню, переодевался он или нет. Ну, неважно, как бы симметрия между этими сценами просто слишком очевидная, чтобы показать, что, ну, типа, они примерно в этом смысле симметричны. Симметричны. И когда Шигур приходит за его женой, я так понимаю, в этом есть какая-то, что-то от религии какой-то особенной такой, типа Кали, культа, не знаю, что он там, чему он там поклоняется, великому хаосу, дракону хаоса в каком-то там, не знаю. Ну, в общем, явно что-то такое в нем было. Великая лотерея. Явно в нем это есть. То есть он себя считает агентом хаоса. Я видел в чем-то это был анализ, там его выставляли как типа воплощение смерти. Мне так не показалось. Я вот не увидел в нем воплощение смерти, потому что он слишком легко отпускает. Когда хочет отпустить, просто берет и отпускает. Ну, почему? Хочется так и все. Причем не, типа, не сам, а типа монета. Позвольте с вами не согласиться. Вот в моем понимании Чигур представляет себя как раз ангелом порядка, а не ангелом хаоса. И попробую на примере монеты это как-то, ну, может быть, аргументировать. Значит, берем два момента. Первый момент, значит, с монетой, когда происходит на заправке. И второй момент, это когда с женой Карла Джин, с женой уже убитого мост. Значит, попробую аргументировать разницу моментов. Казалось бы, он не, ну, в общем, он пытается на волю случая и монеты, такая, как бы, с одной стороны, ирония, с другой стороны, может быть, ему нравится в это играть, да, но он как бы на волю случая, вот это монетки 50-50 орел орешка, он пытается отдать жизнь человека, да, и как бы эта ирония, возможно, ему нравится, с одной стороны. Но с другой стороны, я попробую сейчас доказать, как я это понимаю. И в том случае он знает, что решение будет принимать он. И в том случае он знает, что монетка выпадет той стороной, которая нужна ему. И подброс монетки – это не более чем… То есть он подбрасывает ее, абсолютно точно зная, как она упадет и какой будет выбор. И, например, в моменте, когда испугавшийся заправщик на стоянке, ну, явно действительно человек испугался, он столкнулся с неадекватной такой непреодолимой силой агрессии, да, причем спокойной такой. Чигур не собирается его убивать. Он признает то, что этот человек, ну, скажем так, ну, как сказать, ну, он как бы видит его гнильцу, его приспособленчество, его слабость. И в этот момент он за то, что этот человек не спорит с тем, что он гнил и слаб, Чигур ему оставляет жизнь. И, в общем, по большому счету, он знает, как упадет монетка. И для него это не принципиально. Он не хотел его убивать. А вот в моменте с Карлой Джин, ее позиция, даже отказ участвовать в этом во всем, и он все равно даже подкидывает монетку, но он не смотрит ее, и он говорит, а я согласен с монеткой, он ее приговорил. И вот это, вот этот, как сказать,
с одной стороны, обреченность Карлы Джин, да, она понимает, она не глупа, она понимает, что ее не отпустят, что ее накажут. А с другой стороны, вот ее спокойствие, принятие этой ситуации, как бы, с одной стороны, она, безусловно, слабее, да, она покорена, с другой стороны, она сильнее, она при этой покорности не выказывает истерики, страха, как тот на заправке. И это противоречит принципам вот такой вот жестокой честности Чигура, которая, безусловно, в нем есть, а в нем присутствует вот это, он в рамках своей абсолютно лишенной человечности человеческой доброты психологии, он честен, он принципиально, он следует своим принципам. И вот в его понимании тот заправщик должен был жить, потому что он слаб, он признается в этом, и он, в общем, в систему как бы жизнеощущения и понимания Чигура вписывается. А вот Карла Джин не вписывается. И поэтому, независимо от того, как бы упала монетка, хотя Чигур абсолютно точно уверен, как человек с такими какими-то ментальными нарушениями, да, он не то, что он обладает каким-то праведческим даром, это мы тут просто дорисовывать будем, да придумывать за него. Нет. Но вот бывает такое, что человек знает, что вот какое-то действие влечет за собой последующее какое-то событие. И здесь вот в нем тоже эта уверенность есть. То есть он не перекладывает на монету в случае как бы ответственность за убийство. Нет. Он не испытывает от этого удовольствия, как бы играя с жертвой, да, то есть это не какое-то наслаждение. Переклички с прирожденными убийцами я тоже не вижу, потому что там быстрее такой сексуальный мотив сильный. Здесь нет сексуального мотива. Чигуру, в принципе, не интересует ни женщина, ни деньги. Его интересует только его цель и движение к этой цели. И вот движение по его правилам, по его принципам. Поэтому... Ну, я понимаю, что сумбурный, фильм достаточно сложный, а потом сложно вообще обсуждать все это, ну, потому что у нас с Сергеем получается какой-то диалог, хотя где же те 50 человек, которые голосовали за фильм? Вот. Так что Чигур сложен и интересен, и именно в этом, в этой сложности интерес, но он, в принципе, он... его можно разложить на составляющие. И даже если там все абсолютно черные составляющие, они интересны. Вот. Ну ладно, я пока прекращу. Может, кто-то что-нибудь скажет еще. Ну, я так в порядке частного мнения. Я, честно говоря, много думал над вот этой сценой, где Чигур с женой, с этой, как Джин, как Карл Джин ее зовут. Я сейчас альтернативную трактовку выдвину, потому что у меня другое мнение сложилось, что там происходит. Сначала кратко по сцене с заправщиком. Как я понял, заправщик так и не понял, что, собственно. То есть он ему намекает, на что идет игра, но прямо так и не говорит, тот не понимает, он мещанин. Ему вообще все равно, то есть, в принципе. Если бы он понимал, на что он играл, он бы, наверное, просто бы, наверное, ну, сознание потерял бы, там просто упал бы в обморок и бился в конвульсиях. Или хотя бы за оружие схватился, потому что он наверняка тоже держит что-нибудь там под прилавком. Не может быть какая-то там отдаленная, это же Америка, блин, какая-то отдаленная там техасская заправка, и у него нет шотгана под столом. Да ладно, я не поверю. Я думаю, он за свою жизнь, наверное, не таких еще видал, как Чигур. Ну, может, не именно таких, но, в общем, навидал, я думаю, всякие шпаны. И, возможно, в перестрелках участвовал. И, может быть, кстати говоря, сам был в Вьетнаме тоже, между прочим. Так что, возможно, для него оружие – это как бы вполне себе обычная тема. Но он, я так понимаю, так и не понял, про что ему, собственно, Чигур говорил. Чигур, он вызвал как бы неприятие. Он же не разыгрывает всех подряд, которые ему встречаются на монету. Нет. Он был один. Он был как бы в уязвимом состоянии. И он ему не понравился своими там вопросами, там, и своим мещанством. Он выдал себя очень быстро. И он решил, ну, сейчас тебя-то я разыграю. Сейчас мы тебя проверим. Типа, спрошу-ка я у агента хаоса. Ну, или порядка, не знаю. Это, в принципе, оборотная сторона того, одного и того же.
Сейчас посмотрим, типа, Бог допускает твою жизнь дальше после сегодняшнего дня, после меня. Я тут такой ангел, прохожу мимо, ангел справедливости. Давайте у меня спросим через монету. Монета говорит, типа, он должен жить. Он говорит, ну окей, ладно, живи. И он ему намекает, типа, монету возьми в качестве амулета. Тот не понимает, о чем речь, естественно. Потому что Шигур тут общается только сам с собой. Только мы понимаем, потому что знаем, кто такой Шигур. Поэтому мы понимаем, о чем идет речь. А он нет. По поводу этой жены, Карла Джин, мое мнение, что просто похожая сцена есть и немножко более подробно разыгрывается в книжке «Волх» Джона Фауза. Как я понял, она была прихожанкой церкви, скорее всего, местной, и, в принципе, неплохим человеком, в общем, там никаких намеков, что она прям гнилая по своей сути нет, наоборот, есть такая, как бы, ну, в общем, то есть хорошая жена, как бы, там все сказано про это. И я так понял, что как христианка она просто не могла, просто в силу догматов, она не могла поставить свою жизнь на кон, на шанс. Это просто запрещено христианину, если он понимает христианские принципы. Когда приходит агент зла и говорит, поставь свою жизнь на кон, вот монета, она логично говорит, нет, решает не монета, решаешь ты. Типа я отказываюсь сделать ставку, не потому что она струсила. Она просто как бы отказывается, как я понял, что, не знаю, понимает ли она это как христианские установки или нет, я в этом увидел такую вот чисто христианскую отсылку. Типа, что нет, я отказываюсь ставить свою жизнь на кон, я не буду играть в орел и решку на свою жизнь. Типа, если что, хочешь ее отнять, типа, то это, в общем, ты делаешь. Это, типа, не я делаю, не монета делает, это делаешь ты. Как бы, ну, а Бог, значит, как бы Богу, значит, так надо. Раз он тебя допустил сюда, как бы ты тут стоишь, как бы и пистолет на меня навел, ну, значит, как бы, в общем, что тут можно сказать? Не помню, что был за фильм, вот фильм про охоту киллера, блин, не так давно, наверное, год назад, вот, или чуть побольше, перед коронавирусной этой, перед коронабесием, там такая сцена была, когда киллер приходит убивать кого-то там, а человек говорит там, типа, что-то, Господи, помоги, а он ему говорит, что, ты к Господу обратился? Так, ну-ка, давай-ка, у меня есть там лишние 3 минуты, давай. Я тебе даю время, обратись к Господу, типа, и скажи, что, в общем, чтобы он меня остановил, давай. И тот пытается. Да нет, я тут вижу в чате, Сергей Стейн пишет, да нет, это самое, вот я разговариваю, вот вроде бы люди меня даже слышат. Добрый день всем, вечер, ночь, у кого там что, всем здрасте, вот. Посмотрел я, собственно говоря, вчера вечером фильм, который на киноклубе нам выпал, вот, скажем так. Оказывается, я его когда-то давно-давно смотрел, вот, просто подзабыл, вот. И пересмотрев его вчера, я понял, что, блин, я из всего вот этого вот фильма помнил только вот это устройство для, ну, вот этот пневмопистолет. Это единственное, что мне в прошлый раз запомнилось. В этот раз, ну, запомнилось побольше. Я его смотрел целенаправленно, а не так между делом, что называется. Ну, собственно говоря, в этот раз таких каких-то особых впечатлений, да, ну, опять же, не так, чтобы много. Ну, там тема ветеранов, да, что у них там какое-то там братство и взаимосвязь людей, прошедших через жуткие такие жизненные ситуации. Ну, есть это, да. Странное поведение вот этого вот Льюина Мосса, ну, для меня вообще, ну, откровенно непонятно. Ну, если ты живешь как white trash, ну, живи как white trash. Зачем лезть в какие-то там дебри, бабки искать, что-то там. Ну, нашел-то этого, блин, убитого мексикоса под деревом. Ну, замечательно, ну, нашел. Ну, все, ну, зачем вот эти вот... Ой. Если уж познал такой дзен, понял, что тебе там, как модное нынче слово, да, там, если тебе понравилось дауншифтинг, ну, и живи ты таким образом, зачем ты лезешь в эту херню. Это для меня вот это, ну, откровенно непонятно. Пушка для забоя скота – это вообще поразительно. Вот. Жуть. Но прагматично так, и что интересно, вот главный, так сказать, как его, Борис, или как его там звали? Борис, наверное. Антон.
Антон? А, Антон Чигур, да-да-да-да, не Борис Чигур, Антон Чигур. Вот, как он все время вот с этим вот баллоном шатается. Это прям, ну не знаю, так цинично, так спокойно все делает. У него дробовик с этим глушителем. Вот. Очень такая сцена была, по крайней мере, для меня цепляющая, как Чигур себя там приводил в порядок. Он постелил клееночку. Все так аккуратно, спокойно, флегматично делал все вот эти вот манипуляции, которые нужны были. Вот, просто, ну, я не знаю, есть ли здесь люди, кто сам себе там ставил укол, ставил капельницу. Вот, каково у вас ощущение от того, что нужно в себя там, например, иголкой тыкать или что-нибудь еще там, какие-то манипуляции проводить? Я думаю, как минимум первые разы было не очень так, это самое, спокойно. Вот, а у него все происходит так, скажем, уже уверенно. Вот, и это на меня произвело впечатление. Также зацепил рассказ о последних снах, ну, вот последний рассказ о снах вот этого вот шерифа. И что любопытно, как он вот общался с женой, как она с ним общалась. То есть там явно видно, вот, что они действительно друг друга там понимают, у них там какой-то вот safe space есть, они каким-то образом, ну, по-особенному друг к другу относятся. Вот. У них взаимоотношения, и вот речь, у них диалоги, они не, ну, явно видно, что вот они какие-то вот не. Скажем так, у них очень мало вульгарного и очень много такого именно общения душ, что ли. Хотя вместе с тем любопытная вот эта вот модель поведения, когда он шериф с секретаршей беседует. Вот. Говорит, скажи там, что я уехал тогда-то, тогда-то, туда-то, туда-то. То есть он вроде как ее и защищает, с одной стороны, и не хочет ей всей правды говорить. Вот. И пламя, которое вот его отец разожжет где-то там вдалеке, это, конечно, сильный образ. Вот, однако, в целом, ну, фильм, ну, там это самое, ну, круто, ну, там про 80-е сняли интересное кино. Что здесь, опять же, вот, по поводу конкретно мужских проблем можно вынести, кроме того, что мужчины через все вот это вот проходят, да, там и через Вьетнам, и через вот эту наркоторговлю. Ведь заметьте, сколько там погибло мужчин за весь фильм, да, и вот одна только эта женщина. Собственно говоря, все эти мужские разборки, потому что у мужчин мир такой, жизнь такая, да, вот, и одна только вот случайная попавшаяся такая вот жена одного из этих мужчин, вот она только пострадала. По-моему, больше ни одной женщины не пострадала. Я, может быть, конечно, ошибаюсь, но, по-моему, не пострадала. А дама, которая его подловила в отеле, разве она ее не подстрелили? По-моему, она там раненая ползет, когда она... Или я что-то путаю? По-моему, там тоже где-то она была, в этой перестрелке в конце с мексиканцами. А я, честно говоря, не припомню. Когда шериф заходит на место, где этого Лоина стреляли, там, по-моему, где-то то ли раненая, то ли убитая женщина есть. Да-да-да-да-да, около бассейна что-то такое, да? Может быть, даже та самая женщина. Да-да. Нет, бассейн там плавает, по-моему, мужчина. А вот кто-то там то ли лежит, то ли ползает, по-моему, женщина там тоже была ранена. Вот, ну, тем не менее, могу ошибаться, но хрен знает. Но явно перевес, тут спорить мы не будем, кого там больше поубивали. Между прочим, я хотел придраться, там вот сейчас Сергей цитировал, я так понял, что, видимо, это по переводу. Что-то такое, типа, я согласен с монетой. В оригинале, я просто смотрел фильм на английском неоднократно,
она, значит, он ей говорит, типа, нужен call it, то есть, типа, делай ставку. Она говорит, что, типа, нет, монете нечего сказать, это только вы. А он ей в итоге говорит, я попал сюда той же дорогой, что и монета. I got here the same way the coin did. То есть не то, что он согласен с монетой, он просто типа себя к монете как бы приравнял. То есть, типа, я и есть монета, тоже монета. Вот, и все. Такой другой оттенок. И, между прочим, я тоже, когда смотрел вот на русском, там, вчера пересматривал, я там пару моментов таких как бы скользких, где на самом деле непонятно, что имелось в виду. И так как-то говорится по-английски иносказательно, что можно перевести там и так, и сяк, там, и знал, и не знал, непонятно. Я, например, не понял, что шериф знал, что Шигур присутствует в номере в отеле. Мне это было непонятно. Мне показалось, что просто как бы он шел по следу, как бы видел, что он близко-близко, они опоздали в доме Мосса, опоздали там, то есть они за ним шли, как бы, но они-то люди обычные, как бы, да, тут, чтобы Шигура поймать, нужен, опять же, необычный человек. Между прочим, опять же, вот Сергей сказал, типа, что нет здесь параллели с прирожденными убийцами, а там ведь есть яркий персонаж, этот Джек Скагнетти, это тот самый, который главный полицейский, там, собственно, весь фильм показывает, типа, что он убийца, только по-разному прирожденный убийца. Одни прирожденные убийцы работают в тюрьме и полиции, а другие прирожденные убийцы, значит, ну, там бегают, то есть типа это такое, а все остальные люди просто поле, где происходит их соревнование, что ли, там, да, не знаю, как соперничество. А здесь, в принципе, тоже это есть, наверное, в каком-то смысле. То есть для Шигура, для него люди это просто поле, да, такие овцы, на которых можно вот это все разыгрывать. Да, то есть которые они как бы вообще для него не представляются как объекты вообще, как какие-то там, которых нужно принимать в расчет. А вот люди типа, например, этого Карсона и Луэйна, да, вот они представляют собой, то есть типа люди, которые, не знаю почему, к какой категории он их относит, типа он их тоже считает, может, их хищниками там или как-то еще, типа еще люди, которые способны напустить чужую кровь. Или как хищник, в смысле хищник, в фильме хищник. То есть, типа, оружие взял, значит, уже, типа, в общем, вполне себе годишься в соперники. Может, в таком духе имелся в виду. В общем, типа, он их... Они ему интересны, как противник, как хищнику. Да, хищнику не были интересны люди без оружия. Ему нужен был человек с оружием. И в идеале, который умел обращаться с оружием. И здесь Луэйн, он именно такого и представляет из себя. То есть, вот, может, на кого он похож, это как раз не на Терминатора, а на хищника, да, который делает это из каких-то своих там убеждений, там, каких-то околорелигиозных, да, то есть, типа, для них это такое испытание себя. Типа, а смогу я и вот этого тоже завалить, там, или не смогу? Там, а чужого смогу завалить или не смогу? Там, если смог, то там, крут. Не смог, ну, в общем, слабак был, и все. И чем больше думаю, тем больше подозреваю, что Шигур тоже был во Вьетнаме, честно говоря. И, вероятно, там, наверное, прославился какими-нибудь не очень красивыми поступками по отношению к мирному населению. Я думаю, там он этого нахватался всего, что он умеет делать и как он это делает, мне так кажется. Давайте попробуем чуть-чуть копнуть в тему хотя бы отдаленно мужского движения. Как вы думаете, вот почему при такой замечательной там... ну, вроде неплохой жизни устойчивой и такой прекрасной жене, почему у этого Луэйна нету детей? На пьяницу он не похож вроде такого, пропойного пьяницу. Ну, покутить, наверное, может иногда, но на, там, на хулиган не похож, и вроде репутацию хулиган не имеет. Почему у него детей нет? Есть дети у шерифа. Вот у него там есть папа, упоминается, дедушка упоминается. Вот у него самого дети есть? Интересно, и где они? У шерифа была дочь. Дочь? У шерифа была дочь, но вот даже по книге он как бы говорит о том, что у них случилась трагедия. И даже можно подумать, что трагедия с его дочерью как-то связана с его работой. И ну, даже если придумывать дальше эту историю, то можно себе представить, что вот этот вот рассказ о том, что шериф провожает убийцу в камеру, газовую, и на этом присутствует? Ну, нет, безусловно, нет. Но можно как бы додумать, что это такой... По-моему, он сказал на электрический стул, по-моему. А по книге «Газовая камера». Вот. Ну, не суть важно. Это
итог-то один. Вот. Но по книге шериф говорит о том, что у них была дочь, и он просто не хочет как бы распространяться на тему, но у них случилась трагедия. Вот. И, в общем, во многом, ну, как бы додумывая эту линию, можно себе представить, что вот, значит, 19-летний убийца, который убил 14-летнюю девочку, просто потому что ему хотелось убить, а не еще почему-то, да, и вот он его провожает в газовую камеру. И вот образ потерянной дочери, как бы, вот именно поэтому шериф идет провожать эту убийцу в этот последний путь, как бы, хотя он не хочет этого делать, но он идет. Причем он идет и удивляется, что почему же для людей это так обыденно, они в такой одежде обыденной наблюдают за этой смертью вот этого убийцы в газовой камере. То есть они даже как бы не соответствуют по одежде, ну как бы, ну если можно так выразиться, трагизму момента. Так что, в общем, здесь есть такое, такая линия, но вот я думаю, что это связано с переводом. Я не могу прочитать книгу в оригинале с переводом именно... вот связь между потерянной дочерью шерифа с женой и вот убийцей, который убил девочку 14-летнюю, которую шериф провожает в газовую камеру. Так что, в общем, здесь какая-то связь есть. Вот и момент как раз, почему у Лайонела нет детей, да, очень интересен, потому что, в принципе, он... Ну, скажем так, мужчина вполне зрелый, и у него 16-летняя молодая жена, с которой, ну, такие близкие отношения, такая действительно хорошая связь, и по идее там ребенок само собой должен был бы появиться, но даже в книге нет даже намека на все на это, никакого абсолютно, то есть вот, вот этой линии нету вообще, и здесь можно только додумывать и догадываться. Так что вот, как бы, если... мне кажется, здесь момент мужской не через женщин, а момент мужской именно про то, что это люди прошлого поколения со старыми принципами, и их время ушло. Вот. То, что касается Почигуру и Вьетнама, то вряд ли. Я думаю, что такой человек не стал бы рисковать ради чужих целей своей жизни. Вряд ли. Я думаю, что это такой от природы хищник, наделенный всеми этими... качествами, вот этой расчетливостью, вот этой, вот этим профессионализмом в профессии, если можно так сказать, да, потому что, в общем, если Карсон, вот бывший полковник, он делает это за деньги, и он, грубо говоря, такой, ну, как бы, когда-то он воевал за Родину, а потом он стал воевать за деньги, то Чигур никогда не воевал ни за Родину, ни за деньги, он воевал только в угоду своим принципам внутренним. Поэтому я не думаю, что Чигур, хотя даже по книге они с Карсоном пересекались на каком-то из дел, потому что, я так понимаю, они работали в одной корпорации, на одних хозяев. Вот. Но Карсон мотив только деньги, а у Чигура мотив его внутреннее вот это движение по жизни. Так что, ну, это мое понимание. Опять-таки, фильм не дает нам возможности этого понять. Вот. Так что... Они, ну ладно, я пока молчу. Кстати, я хотел вот привести еще пример по памяти. Я вспомнил совершенно размытый перевод и очень непонятный получается итог. Вот сцена, когда, значит, этот самый Шигур приходит и убивает босса этого мафиозного, который типа заказал сначала у него, а потом заказал его самого. Остается вот этот вот мальчик, там, бухгалтер, который говорит, типа, он говорит... Типа, вы кто вообще? Я, он даже не смотрит на него, Шигур, понимает, что это никто. Он говорит, ты кто? Говорит, я никто. Он говорит, аккаунтинг, в общем, из бухгалтерии. А дальше он его спрашивает, говорит, are you going to kill me? Говорит, ты меня собираешься убить? Ну, там, ты меня убьешь? А тот ему говорит, it depends. То есть, типа, ну, тут, типа, есть вопрос. Do you see me? Говорит, ты меня видишь? И я, вот, честно говоря, так и не понял. Это я не помню, как это как-то криво перевели в русском языке. Что-то такое... не помню, что он там по-русски говорит, но, короче, он ему в оригинале спрашивает, типа, ты меня видишь? То есть я так и не понял. Он имел в виду, что если он сейчас ответит, что нет, я вас не вижу, то он его отпустит, что не похоже было на Шигура. А второй вариант, что он спрашивает, ты же меня видишь? Ну, то есть, значит, я тебя так же убью четко, как ты меня видишь сейчас. То есть раз ты меня видел, то ты умрешь.
И вот из фильма этого я вообще не понял, так у меня остался непонятно. То есть остался ли этот бухгалтер в живых? И почему он ему монету не предложил? Ну, мне кажется, что бухгалтер, безусловно, жив не остался, потому что он просто проходной персонаж в этой сцене. В общем, он актер третьей роли или второго плана, как это там называется. Монету предлагать ему не... Ему не, Чигуру не интересно предлагать ему монету, потому что здесь нету вот той игры, да. Между прочим, вот если смотреть фильм с субтитрами, а не в переводе, хотя дубляж хороший, то даже в сцене на заправке там не идет речь о том, во сколько ты ложишься спать, да, а Чигур с ним разговаривает на тему, во сколько ты закрываешь глаза. И вот в этой игре слов, для тех, кто знает английский, я-то просто, ну, вот как бы просматривая частями, да, я вот эти моменты выцепил. По-моему, он в оригинале говорит, в какое время ты ложишься спать, именно go to bed. Там нет ничего, по-моему, про глаза. По-английски. По-моему, там вот есть именно про то, в какое время ты закрываешь глаза. Могу ошибаться. What time do you go to bed, по-моему, он говорит. Но могу тоже ошибаться, но что-то я про глаза не помню такой фразы. Ну, я не буду утверждать. Мне кажется, что вот... Ну, почему-то мне так кажется. Я не берусь за себя за эти последние станции, никак не сужу это, но мне кажется, что там речь идет о том, в какое время ты закрываешь глаза. И вот здесь в этом диалоге, когда ты закрываешь глаза, вот именно для Чигуры и есть вот этот вот момент как бы выстраивания вот этой вот диалога под свои принципы. И это интересно. Но, к сожалению, я не могу смотреть фильм в оригинале весь, чтобы сделать все выводы. Вот. В книге, кстати, нету вот этих фраз про глаза. Там в книге действительно про когда ты идешь спать. Но книга – это тоже перевод. Так что здесь говорить за подлинник я не могу. По книге, да, тоже когда ты идешь спать. Вот. Так что вот так вот. Не знаю, еще раз хочу сказать, что вот в моем понимании мужского в этом фильме именно в том, что время этих мужчин ушло. И, между прочим, время Чигуры тоже ушло. И по книге Чигуры «Давай деньги» исчезает. То есть как бы тоже его время на этой земле ушло. Вот. Как бы момент, что он едет на зеленый свет и его сбивает, как раз в тот момент, когда он якобы вот следует правилам мира, которым он никогда не следует, и попадает в аварию. Ну, мне кажется, это слегка притянуто за уши, так, потому что, в общем, он никаким правилам не следует, ну, ездит он по правилам по дороге, ну и что? Это не значит, что он подчиняется правилам мира, просто так удобнее. В его принципах проехать на зеленый, а не проехать на красный, это... для его работы, для достижения его цели, это более правильный, логичный поступок. Поэтому это не подчинение принципам общепринятым, каким-то законам общепринятым. Это, наоборот, следуя его логике, это правильное следование его личным принципам, как его личной вот выгоде, да, но не материальной выгоде, а вот именно такому внутреннему такому пониманию мироощущения. Вот. Так что, ну, вообще очень сложный фильм для обсуждения вот именно как бы в парадигме мужских отношений. Но вот все, что я сегодня говорил по поводу этого фильма, я пытался именно преподнести, что это время мужчин ушло. Да, там на самом деле вот тут в чате кто-то пишет о том, что там действительно есть такая фраза, что типа вот там люди с зелеными волосами, с костями в носу и как бы... Есть такое, да, и как внешний намек, это действительно имеет место быть. Время таких ковбоев, честных принципов отношений действительно ушло. И мексиканцы с автоматическими пистолетами по 900 выстрелов в минуту, да, то есть, в общем, как бы, то есть старикам с какими-то правилами, да, вот, даже если ты украл деньги, ты можешь отнести врагу, грубо говоря, бутылку воды, да, вот, то есть время ушло. Причем для Мосса оно ушло, фактически он погиб, для шерифа ушло, он сдался, для Чигуру ушло, он просто исчез.
для Карсона ушло, ну, потому что он ренегат, и, в общем, рано или поздно он вполне логично закончил свой путь, он работал чисто за деньги, вот, так что, в общем, действительно, время ушло, пришло время другое, людей, пусть даже не, может быть, не лучше или не хуже, но других, вот, так что, в общем, именно поэтому эта земля не для стариков, вот, так что ушло время принципов, вот, вот, у них у всех есть какие-то вот свои внутренние установки, и эти установки устарели, вот, как бы, вот, мне кажется, вот именно в этом есть мужская соль вот этого фильма. Закончил. Мне как-то менее тут романтично видится, если попытаться одним словом формулировать. Ну, я до этого говорил, да, что Уэйн можно сформулировать как, типа, соблазнился. Переоценка своих сил, да, то есть, типа, вот, сделал повышенную ставку на самого себя, что называется, взялся за дерево, которого, в общем, не по себе. Вот. И, в принципе, где-то даже на заднем фоне понимал все время это, что он за это взялся. Но все равно взялся. Такой саморазрушающий мотив. Очень многим знакомый. Если мы когда-нибудь дойдем до фильма «I melt with you», да, который в чудном русском переводе называется «Я устал от тебя», там сразу несколько человек с таким же раскладом по жизни сходятся. Каждый взялся за то, чего не поднял, скажем так. Сейчас какая-то у меня мысль была про этого, про Карсона. Ну, Карсон-то точно во Вьетнаме был, там про это прямым текстом сказано. Карсон был во Вьетнаме, да, действительно. И по книге был. Что-то звук опять пропал. Да нет, это я... Думаем просто. Думаем, что сказать. Не знаю. Ну, вот здесь Алекс пишет, что в книге нет аварии. Да, в книге аварии нету. На самом деле, действительно, в книге аварии нету. Вот, так что здесь, в общем, я говорю, здесь есть какие-то интерпретации. Вот, для понимания фильма желательно прочитать книгу. А еще я советую, перед тем, как прочитать, если кто-то соберется, конечно, прочитать «Старикам здесь не место», прочитать «Дорогу». Небольшая, можно за один день вполне легко прочитать. У нее небольшие рассказы о Маккарти. В общем, и тогда вообще есть такое понимание психологии Маккарти, что он хотел донести, рассказать. Вот это вот вообще движение поколения, когда одно уходит, другое остается. И вот эта передача внутреннего огня, она вот в «Дороге», например, именно в книге, а не в фильме, очень четко между отцом и сыном вот эта передача огня, и когда отец уходит, и сын продолжает жизнь, она очень хорошо прописана. А по поводу Мосса и вот этой ситуации, его искушение, когда вот он поступился принципом, я вот опять-таки тот раз сказал, сейчас повторю, я читал Франкла, книгу его о концлагере, и там тоже очень интересный феномен написан о том, что люди, которые, казалось бы, вопреки ну, тому, что все стоят на пороге смерти, и все выживают как могут, и осуждать никого нельзя, потому что все просто хотят жить. Вот, люди, которые вопреки обстоятельствам оставались верны своим внутренним принципам, то есть себе лично не изменяли, они почему-то выжили. И он этот феномен, вот он потом всю жизнь над этим феноменом в области психологии работал. А те, кто все время следовали принципам, но в какой-то момент поддавались искушению там, выжить, там, заработать какой-то лишний денег, лишний кусок для выживания, они за эту маленькую измену они платили. То есть им приходила расплата за искушение. Так что вот в этом фильме тоже вот этот момент очень такой тонкий есть. Ну, все. Вот. Если что, у нас свободный микрофон, так что любой желающий может. Ну, вот я хотел бы сказать, ну, добрый день, вот, точнее, добрый вечер всем. Вот по поводу того, почему не было детей у одного из героев. Вот я, к сожалению, на неделе этот фильм мне не удалось посмотреть. Я его последний раз, ну, наверное, полгода назад смотрел. Вот, но у меня создалось впечатление, что вот у этого героя семья, ну, в его понимании,
для того, чтобы семья как-то развивалась, и, ну, росла дальше, должна быть какая-то твердая почва под ногами. Вот. И для него вот этот чемодан с деньгами, он так, является какой-то, ну, такой надежной, так сказать, основой, надежным фундаментом для будущей семьи, ну, для будущего, ну и для будущей семьи. Он там, по-моему, и как-то своей жене объясняет, что ей нужно сделать, то так-то и так-то, и, в общем, ну, и они, ну, как бы, там, разваливаются там в нужные стороны, вот, но для него вот этот случай, он и в начале фильма, там, он как охотник там появляется, вот, и тут вот он все-таки, охота удалась, так сказать, он пришел с удачной добычей, вот, к себе домой. И ему осталось еще провести некоторые манипуляции, и там как бы вот там дальше они уже заживут, как положено. Но все пошло гораздо по более сложному как бы сценарию. Вот. Так что вот мне вот казалось, что у него не было детей, и только из-за того, что он еще не чувствовал какой-то основы. Какого-то фундамента не было для того, чтобы можно было, ну, там как-то, ну, продолжать свой род. Но вот это ему, конечно, и подкосило. Вот. Он ухватил куш, но не смог его удержать. Вот это вот такое вот мое мнение по этому поводу. Я подумал, что есть соблазн, как раз, да, кто-нибудь читал, у Пелевина есть такое рассуждение про, типа, что есть такой целый жанр фильмов, где главный герой – это черная сумка с деньгами. Есть соблазн этот фильм тоже свести к категории «фильм о черной сумке с деньгами», в общем, о ее путешествиях. Между прочим, по фильму мне показалось, что фильм кончился тем, что сумку не нашли, то есть она пропала. Да, ну там все, конечно, крутится вокруг этого чемодана, но на самом деле там уже про него-то все и забыли, потому что там столько, ну, в общем, он обошелся всем гораздо дороже, чем содержимое этой сумки. Более того, вот у меня как-то, ну, у меня брат работал в органах и, в общем, рассказывал такую историю, как они, кто-то из их сослуживцев, в общем, выслеживали кого-то, ну, оперативным работником был, вот. И, в общем, они выследили этого преступника, якобы, вот, побежали за ним, вот. Он бросил в их сторону чемодан, вот. Они залегли, ну, сразу думали, что там взрывное устройство, это было, ну, очень давно еще, в 90-е, думали, что там взрывное устройство, вызвали саперов. Вот. Саперы приехали, открыли, этот человек, понятное дело, скрылся, саперы приехали, открывают, а чемодан с деньгами, вот. Я уж не помню, там доллары там были или рубли. Ну, в общем, этот человек, он причем единственный гнался за этим преступником. Он потом очень сильно сожалел о том, что он вызвал саперов, о том, что он так сдрейфил, струсил. Вот. Ну и так посмеивались над ним многие. Вот. Так что это вот чемодан с деньгами, это такая, конечно, большая, большая такая легенда, которая там вот ходит из, ну, из поколения в поколение. Но тем не менее, некоторые с ним встречаются. Некоторые вот, кто находит сумки с деньгами, возвращают, а кто-то нет. Вот такое тоже есть такие случаи. Ну, на моей памяти, по крайней мере. Вот. Так что... Я вспомнил один рассказ Пелевина по теме, тоже шикарный рассказ, называется «Пространство Фридмана». Кто не читал, почитайте. Да, «Пространство Фридмана», конечно, там ужасно. Как деньги тянутся к деньгам, вот, там такой вот смысл. Вот. Обвязываешься деньгами, ходишь по улице, заглядываешь под лавочки и что-то там находишь. Вот. Конечно, классно.
Да, тоже такое вот субъективное мнение существует, что богатый человек, и у него как-то все вот удается. Вот. Но здесь вот по фильму-то вот удержать это все, конечно, когда на этих деньгах столько крови, и как-то удержаться, и сохранить какие-то принципы абсолютно не удастся. Тем более создать семью еще на этих деньгах. И семьи нет, и денег нет. Ну, в общем, никто не остался в живых. Да, если верить товарищу Гоблину, как он рассказывал, как он покупал за наличные что-то там за 5000 фотоаппарат в США, то, ну, хотя в 80-е годы, может, конечно, было иначе. То есть ему такую сумму практически легализовать было бы невозможно. И вообще, мне кажется, он очень легкомысленно отнесся к чемодану с деньгами. То есть он, вот если по логике, да, чемодан толстый, там куча всего может быть всякого разного, что там могло быть. Надо же было пачки перебрать, надо было рассортировать, надо было избавиться от сумки от самой. Он эту сумку с собой таскает, и даже ему в голову не приходит проверить, вплоть до когда уже, ну, что называется, совсем уже, ну, плохо. Он даже не проверяет, что там находится. То есть там перетыхнуть вообще. Может, там кукла, например. Может, ты куклу с собой таскаешь. Может, там сверху только слой лежит там. Или сверху 100-долларовая, внутри 1-долларовая, там что-нибудь такое духе. Вдруг там перестрелка не просто так была, потому что народ надуть, тот кого-то кинуть решил. Вообще ничего, это вообще его не забудьте совсем, слово совсем. Ну, это, видите, это психология вот такого азартного человека, который схватил кусок, знает, как его, желая его сохранить, он вот проводит манипуляции, но вещь-то это такая многосторонняя, и всех нюансов здесь предусмотреть не удастся, там, предугадать. Вот. И не случайно, что, вот, может быть, из-за этого, из-за того, что вот его азарт, он же охотник, вот, ну, ходит с собаками там по прериям. Это вот что-то в этом есть. Поэтому у него и отношение к детям, может быть, из этого же вытекает. Потому что он не, ну, он не будет заводить детей, если он не сможет их обеспечить. Вот. А тут появилась возможность, вот, может быть, он благодаря этим деньгам, он бы в дальнейшем бы, ну, сделал бы там, создал семью, был бы какой-то это залог хороший такой. Так что у меня вот такое тривиальное мнение по этому поводу. Может, у него с деньгами такое же плохое, такие же плохие отношения, как у Елены в предыдущем фильме, который мы рассматривали. То есть деньги впрок не будут все равно. Что-нибудь да пойдет не так. Ну, вообще, вот говорят, что когда приваливает большая, ну, неожиданно большая сумма, неважно, там, в лотерею вы ее выиграли, либо заработали, ну, хороший заказ там какой-то выполнили. Вот. То первое, что нужно с ними сделать, это к ним нужно привыкнуть. То есть их надо положить, оставить, и через некоторое время только, там, через год, может быть, через два, вот когда человек успокаивается, он уже начинает с ними проводить какие-то манипуляции. Вот. Вот это правильно с точки зрения психологии. Потому что взгляд на эту новую вещь, с помощью которой можно решить многие проблемы, но также много проблем можно и отхватить, он должен быть такой взвешенный и, ну, холодный. А тут мало того, что человеку привалило, так еще и надо с ними куда-то... Ну, хотя вот я, честно говоря, я вот не знаю, насколько это вот эти деньги, они могут спасти ситуацию вообще, в принципе, ну, по жизни. Вот что можно с ними сделать? Я даже не знаю. Допустим, если у тебя до этого мало, ну, ты можешь там заплатить за квартиру, там, ну, за кредит, там, или ипотеку выплатить. Ну да. Ну а дальше-то что? Если это самая главная, основная проблема в жизни, то тогда, конечно. Про этот другой фильм, про который мы не проголосовали, «Коллекционер». Там эта тема раскрывается, один из вариантов ответа.
Да, вот коллекционера надо пересмотреть мне. Я тоже давно его как-то смотрел. Вот. Потому что это вот такое какое-то впечатление, что вот да, вот, вот эта сумма, это как в золотом теленке, когда этому у Шуры там он спрашивает, сколько вам нужно для полного счастья, чтобы решить все ваши проблемы. Вот тот точно называет там точную сумму. Вот. Я тоже так же могу выписать все свои там долги там или еще что-то. И у меня вылезет точная сумма, чтобы я решил все свои проблемы. Но это же не так. Так что такие вот пироги. Я еще один акцент вспомнил, это, ну, так сказать, из тонкости поведения Шигуры, то, что явно слышно, по крайней мере, слышно в английском варианте, ну, без сомнения. Когда он разговаривает с этой толстой тетенькой, которая там, она говорит, я, говорит, не скажу, где работает этот Луэйн. Я так понимаю, что он бы ее грохнул без вариантов абсолютно, и дело шло к этому, что он ее грохнет. Он услышал, как кто там что-то слился в туалет рядом. Mm-hmm. Понял, что она не одна, то есть, типа, что тихо не получится, то есть, не его ситуация, он обычно так не делал, да, он делает, когда все тихо, то есть, когда один человек, то есть, один на один, и это самое, он услышал, и он не стал ввязываться с ней, просто, типа, решил, что как кошка, как, кстати, я как раз думал, Сергей долго говорил про то, что животные, типа, действуют строго рационально. Буквально вчера торчал у МФЦ, так уж получилось, там с ребенком гуляли, вынуждены опять какую-то бумажку ждали. И я где-то, наверное, час проторчал на улице, и почти цельный час местная КОТЭ поймала мыша, значит, и не убила его, да, а вот оставила его в таком полупридушном состоянии. Вот я это время от времени наблюдал, я думаю, вот тоже большинство доводилось. То есть он его держит, отпустит, тот очухается, бежит, он его настигает через три шага, ловит его. Вот, причем иногда так прям рискованно, мне показалось, там высокая трава, прям, думаю, сейчас упустит, наверное, ведь упустит. Нет, он его все равно находил. Он его, наверное, больше часа, наверное, мурыжил его, отпустил, поймает. Тот пищит, придушит снова. То есть я думаю, в этом не было ничего рационального. Ничего. Вот чистые, вот как бы у нас компьютерные игры, там мы бы там в танчики сыграли партию, а вот КОТЭ, оно играет вот в мышь, вживую. Ну, так уж получилось, что мышь живая. Вот она вот там дышит, пищит, там, и не знаю, что он с ней потом сделал. В общем, примерно час он с ней так играл в компьютерную игру. В Том и Джерри. Вот. Кончилось. Ну, человек все равно сложнее, чем животное. Конечно. Ну, конечно. Но я к тому, что животным тоже, это на самом деле, они нифига не, то есть, я думаю, приписывать животным рационализм, то есть машинность, мне кажется, тоже очень странно. По-моему, как раз в животных много иррационального достаточно. Как бы они, конечно, более машинно думают, чем люди, наверное. Но в то же время все-таки и не машины точно. Да? То есть они, у них лимбическая система-то работает, ого-го как. То есть азарт, например, да, увлечь там, допустим, можно ли хищника увлечь так, что он вовлечется и попадет в опасную ситуацию? Фу, да легко, собственно. Такой сплошь и рядом бывает, да, то есть хищник, который заигрался, переоценил свои силы, что-нибудь такое сделал, не знаю, там, погнался, тем таким гнаться не надо. Или, допустим, вступил в драку, в которой, ну, чувствовал, что, наверное, не стоит. Вот. И вот тут мне показалась эта сцена с этой толстой теткой, когда Шигур так он, типа, оценил ситуацию, прям как КОТЭ, прям, когда понимает, типа, так, тут сейчас лучше ретироваться, в общем, потому что тут слишком рискованно для хищника. Хищнику достаточно повредить чуть-чуть маленькое повреждение, это может означать его смерть. Так что то, что он получил вот от Луэйна, вот эту вот рану, это, конечно, было очень серьезно, ну, такая, это не какая-то мелочь, там, это не царапина, в общем, это с такой раной можно остаться, в общем, без этой самой... Без работы. Ну, скажем так, потерять подвижность, а для такого человека потерять подвижность – это означает потерять жизнь. То есть ему нужно было такую рану зализывать, не знаю, там, годами, наверное, что он там отхватил. Между прочим, он очень действует медицински грамотно, да, то есть он там берет, он знает, какие медицинские препараты взять, то есть он заходит так в рецептурный отдел, берет что-то обезболивающее, берет что-то там... Ну, очень, короче, всякие там антисептики берет, так, да, там эти бинты и все прочее.
управляется, умеет управляться с пинцетом, да, там доставать части. Вероятно, не первый раз он это делает в своей жизни. Что же наводит на мысль, что, возможно, он, может быть, даже он медик, может быть, не просто военный, он еще может быть военный медик. То есть, типа, сам себя так вот, ну... Мне показалось, что он обезболивающими обкололся, то есть он это не стал, он не то что, не как Шварценеггер там, порохом обсыпался, зажег, круто. Не, он такой очень методично, все четко там, чем-то обеззаразил там. Сначала водой, я так понимаю, теплой, там, ну, температуру тела смыл все. Потом обеззаразил, потом начал вот сам обколол обезболивающим, начал извлекать. Он может, он может быть ветеринаром, между прочим. Может быть, да. Мне один раз доводилось самого себя шить. Это неприятная ситуация была, мягко говоря. Вот, но... Причем левой рукой, потому что шить нужно было правое. Неприятно. Обычной швейной иглой. Ой, лучше этого не повторять. Что мы еще про Шигуру не сказали интересного? Мне показалось, что, что имя Антон – тонкий намек на русское происхождение. Все, все черное, все страшное, все мафиозное происходит из России. И, возможно, Шигур, он это русский. И это объясняет в нем эту иррациональность с точки зрения американца. Иррационален. Карсон про него говорит, типа, что говорит, он человек без чувства юмора. Типа. Может, это тонкий намек, что он типа русский, по происхождению русский. Хотя, конечно, по виду о нем не скажешь. Но русский кто только не играл, даже Дольф Лунгрен, по-моему, да, у нас русского изображал. Так что, в общем, русским не впервой. Ну, тут сразу вспоминается этот самый, кто смотрел фильм «Джон Уик», третий какой-то, по-моему, последнюю, если не ошибаюсь, часть. Там, где оказывается в конце, что Джон Уик, он на самом деле... звать его как-то там это самое, и он там белорусский какой-то там иммигрант, цыган или что-то в этом роде. Такой Джон Уик, ага. Если смотреть, вспомните, как он там... Ну, хоть не казак, хоть не казак-убийца, как в Шерлоке Холмсе, уже хорошо. А, это я не смотрел. Наверное, немного потерял. Не, да, это единственный боевик, который я проспал. Большую часть кино, да. По-моему, это вторая часть, это где Шерлок Холмс, где Дауни-младший играет, я про этого Шерлок Холмс. Ну, теперь точно буду знать, что я не буду смотреть. Да нет, в качестве трэша можно, они же, юмор тоже не просто так, голливудский юмор, они же тоже, ну, он всегда идеологически заряжен. Юмор, сатира. Кажется, глупо, на самом деле, я думаю, согласовывают с самыми верховными политиками своими. Что уж вот тут Кована согласовывали, что они хотели показать на самом деле, даже не знаю. Я почему-то... Мне трудно сформулировать, но мне почему-то вертится, что вот я когда пытаюсь сформулировать, в чем в целом, вот, если все сюжеты объединить, вот, фильма, «Старикам тут не место», о чем он, фильм, то навевает либо о том, что, типа, Бог умер, да, фильм об этом, либо о том, что Бог – это вот он и есть, типа, то есть другая альтернатива, типа, что он не умер, а он вот над вами всеми прикалывается, он вот этих вот Шигуров там и всех остальных, он, в общем, как бы играет в свою рулетку, это, да. Космическое шоу с выкидыванием монет. Не кубиков, как вот в «Адвокате дьявола», он говорит, типа, он упоминает игру в кубики. А в этом, в «Волхве» там тоже упоминается именно кости, игра в кости, да, там, на жизнь. А здесь, типа, играет в монету. И, в принципе, в монету играет со всеми постоянно. То есть можно ли расценить, что то, что случилось... Ну, я говорю, я не понял, например, что шериф догадался, что Шигур там присутствует, ну, или убийца, неважно кто. Мне показалось, что нет, он просто не понял. То есть он понял, что он, типа, он где-то рядом, наверное, был тут недавно, вероятно, но не факт. И что получилось? То есть получилось, что как бы на самом деле шериф, не зная этого, тоже монету подкинул, в принципе. То есть он в свою жизнь, ну, как бы вообще-то у него работа такая, как бы он все время свою жизнь на кон ставит.
Здесь он так конкретно так попал, да, то есть типа вот его жизнь реально стояла на грани сейчас. Вот чуть-чуть он лишнее движение сделает, и его грохнут. Но вот как-то так все обходит, что он, ну вот, хоть он и шериф, как бы противник, и все, опасный противник, он его ну, не трогает. Но, в принципе, он тоже кинул монету. Авария в конце, я так понял, это про самого Шигура показывает, типа, что про него тоже Бог не забывает и тоже кидает монету про него время от времени. Вот, пожалуйста, кинул монету. Это самое, ну, понятно, с женой, с этой, с торговцем, с этим, с заправщиком тоже, как бы, прямым образом монету кинул. Зачем вот он грохнул двоих этих на месте преступления, там, где перестрелка была, что он этим хотел добиться? Почему он просто не мог у них передатчик забрать и уехать молча, и все? Он все получил, что хотел, зачем он грохнул? Непонятно. Осталось тайной, что он от них хотел. Ну, и с мексиканцами более понятно, да, мексиканцев он так методично, в общем, изничтожил. Причем, видели, да, как там хорошо снято, он же снял номер в точности такой же. Он заходит в номер и начинает репетировать, как он заходит в тот номер. То есть он ну, запоминает, где выключатель света находится. Проверяет там толщину стенки, куда. Типа, можно там прострелить или нельзя прострелить. Там, где тут можно спрятаться, там, где тут потайные места все. То есть он все отыгрывает. И когда он заходит в эту уже финальную часть, то он уже знает, кто где там, где кого, где ждать. Все очень методично, прям. Как спецназовец прям, да, взял такое же помещение, отработал, потом пошел на дело. Почему он так спокойно разбрасывается отпечатками пальцев, не знаю. Хэллоуин этот тоже. Я так удивляюсь, время, как в кино люди берут, начинают там открывать машины, двери, замки, там, не знаю, брать оружие чужое, там, не знаю, трогать людей, которые лежат мертвые на полу. Что это такое? Типа это у них стресс такой, типа, или ну, реально начхать на все на это? Что хотите, если у нас не особо катит, можем, в принципе, к какой-нибудь родственной теме перейти, если есть желание.